И вопрос по КНДР. Трамп отменил совместную встречу лидером Корейской республики. Что будет далее? Новый виток ядерного противостояния или что? Чего ожидать? Ну, вся история с Кореей для Трампа – это попытка ее уничтожить, обманув. Да, то есть это, скажем, у англосаксов нету понятия обмануть туземца. То есть туземец считается это все равно, что, там, грубо говоря, когда вы дома обманываете кошку, водите ее за нос, это вот вы же не считаете, что вы обманщик, правильно? Так и англосаксы не считают, что они обманщики, если они водят за нос туземцев. Они это делали, там, купив тот же Нью-Йорк за несколько там, бус, например, землю Нью-Йорка, на которой сейчас Нью-Йорк находится. Это же обман, обман. Но это считается гордостью американского народа и записано как блестящее достижение по опыту обмана туземцев и простодушных дураков. Поэтому американцы занимают такую же позицию и в вопросах Кореи пытаются там всех надуть. Прежде всего корейцев. Корейцы более склонны, естественно, к ответственности за свои слова, за подходы, за поступки, за договора, за договоренности. Договорились уничтожить ядерные полигоны, уничтожили. А потом американцы сказали, ха-ха-ха, вы дураки, мы вас надули. Восстановить полигон, понятно, это десятки лет. Действительно надули. Ну и дальше Трамп уже ведет вот эту игру, как кошка с мышкой, пытаясь методами раскачки, вот как холод, допустим, жара расшатывает какие-то сооружения, раскачать ситуацию в Корее, для того, чтобы корейцы не успели за цепочкой обмана воспользоваться единственным механизмом, который у них есть, это суверенитет и 5 ракет, которые пока у них остались, и как бы обыграть эту историю таким образом, чтобы либо подкупом, либо другими методами обмана физически вырезать все население Северной Кореи. Вот к этому как бы. Трамп, кстати, это намекал по поводу Ливии. Ливии довольно открыто. Ну, посмотрим, кто кого переиграет. Если корейцы поведутся на обманы англосаксов, значит, они погибнут, исчезнут, будут стерты с лица земли.